Самая чистая река Нижегородской области Пьяна может быть загажена нефтепродуктами. Через Нижегородскую область прокладывают высокоскоростную магистраль Москва-Казань. Дорога пройдет в том числе и через Краснооктябрьский район, и там рабочие организовали систему отведения стоков со строительной площадки. Ну, как систему? Прорыли канал. И по этому вот каналу какая-то жидкость явно с остатками нефтепродуктов и идет в пойму Пьяны. Вместе с соляркой вода течет прямо на Пьяну. И гадит нашу природу, отраву отравляет, короче, то есть смазочные от них такие эти блески остаются. Они прорыли там канал для слива этих отвода воды и стекать прямо на Пьяну. Тут вся дрянь будет в пойму Пьяны. Если реку жалели бы, так не делали бы. Тракторы работают, там заправляют их, может... С баков подтекает. Можно было, чтобы пойму Пьяны не загрязнять. Километров 25 всего надо было убрать в сторону Княгинино. Можно было убрать эту трассу. Чуть-чуть там, может быть, изгиб получилось бы. Но зато пойму Пьяны не попало бы. Для там животных, там, которые живут, рыбы, там всякие крабы, моллюски. Они, естественно, где нефть, они не могут жить. Ну, откуда здесь топливо может капаться? А? Откуда здесь может топливо капать? Ну, здесь столько строительной техники. Все контролируется, наверное. Не было такого, говорю. Ну, вот житель сам лично вчера снял видео, на котором видно прямо, что вот стекает вот какая-то маслянистая жидкость вместе с талыми водами, Пьяного. И что вы хотите? А вот жители утверждают, что виновата стройка. А вы что хотите? Прокуратура не сказала, что милиция. Включали телевидение. С какой стороны вообще? Ну, жители обеспокоились и решили... Пускай милицию идут, обращаются. Угу. Что проблема-то? Ну, а вы вот как люди, которые здесь работают, вы можете предположить, что это такое может быть? Не было. Здесь все чисто, ничего здесь нет. Это сплетни все. Ну, стройка же рядом. Вот, что, там, что стройка? Дома в городе строят, и что? Здесь все, короче, это закон, все нормально. Не было такого. Ну, просто вот, это неправда. Ну вот прям видео есть. Мы даже вот с вами. А где оно? Сейчас покажу. Никита. Не надо мне показывать. Не надо? Нет. Мне неинтересно это. Конечно, лично жалко. Сейчас летом дети никуда, а то приезжают городские. Дед нам надо в этот, на пьяну. Сейчас пьяно все. В этом месяце продлевать должна. И будет там еще больше смывать вот эти вот воды, всякую дрянь, будут смывать тоже на Пьяну. И не только на Пьяну, вот на Суру, а Сура на Волгу. Мы написали запросы в Министерство экологии и в Росприроднадзор, но там нам сообщили, что ранее жалоб от жителей не получали, но после нашего обращения будут проводить проверку.